Самое главное в борьбе с любой болезнью – это беречь себя и своих родных. Если мы не будем этим заниматься сами, люди, никакие врачи нас не спасут и не вылечат. То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным, ну, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Вот результат. Все в наших руках для того, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор. Оставаться здоровым, не допускать болезни – это не проблема врачей и не их головная боль. Работа медиков – помогать тогда, когда по воле случая произошло несчастье. Все остальное за нами. Нам необходимо учиться слушать врачей, строго выполнять рекомендации. Как минимум сделайте прививку от гриппа, если вы считаете нужным это сделать, и соблюдайте правила гигиены. Да, должно быть разумное социальное дистанцирование, о котором говорят. Самое главное при всех этих мерах, чтобы не перегрузить систему здравоохранения. Вот это самое главное. Пока, по той информации, которой обладаю, у нас ситуация нормальная. И поэтому надо, чтобы имеющийся запас вот этих так называемых коек остался незадействованным. Пусть они лучше порожняком там простаивают.